Я ухаживаю за кошечкой, а моя сестра Лили за собачкой. Она любит собачек, а я люблю кошек. Черепаха. Раньше мне было вот такое малюсенькое. Сейчас вот такое. У меня раньше кошечка была, Маруська. Ну, это вообще маме на день рождения подарили. Мама не разрешает, потому что у нее аллергия на собак, кошек и попугаев. Мама сказала, что нельзя мне собаку, она не согласна с собакой, а вот с кошкой она согласна. Ну, характер так себе. Вот и если ее обижать, то она будет царапаться, а если не обижать, то она будет молчать. Вот. Он очень, как бы, позитивный и смешной. Я их люблю. С ними можно спать. Они там за ножки дерут, мне это нравится. Хотел катать ее в одеяле, в плете грязном. Покатал, а потом в пакете покатал. И она стала чихать. То есть машины, если едут, то тогда она будет лайкать и лайкать наша собачка. Но мне кажется, домашнее животное ничем не помогает. Их зря кормят? Да. Когда она будет грызти быстро, мы будем понимать, что она хочет есть. Мы покупаем их шоколадные деньги, и мы им отчисляем, они кушают. Есть. Когда я мороженое ем, я из-за смотрюсь на телевизор, я ем, вот так опускаю, он подбегает и начинает его есть. А Тима такой сидит. Слушай, а много ли денег тратится на черепаху? Да полно. Сколько? 19 200. Они деньги не съедают. Они деньги не едят. А чего они едят? Корм свой. Я кормил киску молочком, а Лили кормит щеночка мясом. У нее есть лоток. Кто убирает лоток? Мама. Папа. Вообще, если я дома, тогда я и лоток мою. А папе я помогаю. А мама лежит, а чего-то смотрит. Маму она там не видела даже. Только очень редко. Она не запоминала. Папа ее любит. Когда она все хорошо делает. Ну, он вообще его не любит. Да. Подарил и не любит. Потому что я люблю животных, потому что они, наверное, они такие красивые иногда бывают. Чтобы с ними играть и тренировать, чтобы они стали храбрыми и умными.